Яркие грани искусства. Так назвали организаторы творческий вечер, подготовленный воспитанниками детской школы искусств. В этом году школа отмечает 30-летний юбилей, и впервые для гостей был организован вечер, где представлены все отделения этого учебного заведения – музыкальное, художественное и театральное. Все, кто решил сегодня поддержать юное поколение талантливых сочинцев, а это родители, педагоги, посетители городской библиотеки, смогли увидеть и художественные работы школьников. Как ни странно, не все жители знают, где находится центральная библиотека. В частности, наши учащиеся, многие впервые сюда попали. Вот поэтому мы так объединили приятное с полезным и покажем, чем мы занимаемся, и покажем нашим участникам, где можно изучить дополнительное искусство, ну, хотя бы теоретически, по книгам.